социально-экономического развития Кингисеппского района за 2015 год и задачам на 2016 год. Жители города Кингисеппа, Кингисеппского района, конечно, приветственное слово здесь правильнее бы звучало из уст губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, но для нас сегодня торжественный день, для губернатора суровые будни. И губернатор сегодня как раз занимается проблемными вопросами отопления и высоких счетов на оплату отопления в Выборгском районе. Поэтому от лица губернатора Ленинградской области я приветствую вас с сегодняшним торжественным заседанием. И учитывая то, что сегодня мы участвовали в открытии двух детских садов в Ленинградской области. Это два детских сада, один в Котельском, другой в городе Кингисепп. И детские сады как дом нашего подрастающего поколения, дом, где воспитываются наши дети, дом будущего. Это послужило таким хорошим посылом для сегодняшнего дня и с уверенностью в том, что наше будущее очень светлое. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые граждане города Кингисеппа, депутаты города и района, почетные граждане, ветераны. Сегодня реализуется один из важных принципов Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава муниципального образования города Кингисеппа и Кингисеппского района. Это представление отчета о проделанной работе администрации Кингисеппского района и города Кингисеппа. Это очень важный и нужный аспект жизнедеятельности нашего муниципального образования, потому что это дает возможность и нам, руководителям Кингисеппского района, понимать, как мы решаем поставленные перед нами задачи и слышать вас, ваши пожелания, куда мы должны направить свои силы и усилия для того, чтобы эти задачи успешно решались. Слово для осуществления доклада о развитии города Кингисеппа и Кингисеппского района в 2015 году и пути и решения задач в 2016. Пожалуйста. Спасибо, Александр Иванович. Добрый день или вечер уже, уважаемые кингисеппцы, гости нашего города, наши партнеры, наши коллеги с областного правительства, депутаты, почетные граждане. Я очень рад сегодня вас видеть в этом зале, и мне вдвойне волнительно, что зал полный, зал, которого мы многие годы ждали. И выходя на трибуну, у меня сейчас как-то даже пальцы загибал. Сегодня это 10-й мой отчет перед вами. Три раза я отчитывался как глава администрации города Кингисеппа и уже вот несколько раз как глава администрации Кингисеппского района. Михаил Иванович сегодня уже подчеркнул, что для кингисеппцев сегодня был непростой день, это праздничный день, это очень торжественный день. И мне сегодня хочется в первую очередь, прежде чем приступить к своему докладу, искренне вам сказать те чувства, которые мы сегодня испытали, когда открывали два детских садика, один в Котельском на 155 мест, один в Кингисеппе на 155 мест, в Котельском даже с бассейном так получилось. И это же 310 наших детей, мальчишек, девчонок пойдут в новые здания, в новые дошкольные учреждения, где будут получать свое воспитание, образование. Уважаемые участники совещания, сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития Кингисеппского муниципального района за 2015 год. Это общий результат работы администрации, депутатов, органов местного самоуправления поселений, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций, всех жителей Кингисеппского района. При этом очень весомую финансовую поддержку мы получаем от областного правительства. Без нее реализация многих социально значимых проектов в таком объеме вряд ли для нас были бы возможны. Единая районная городская Кингисеппская администрация исполняет не только 40 своих полномочий, но также ряд государственных и те, которые нам сегодня передали в сельские поселения в сфере бюджетных отношений, жилищного контроля, архитектуры и градостроительства. Прежде чем перейти к бюджету прошлого года, кратко об экономической ситуации в районе. Хотя, как и в стране в целом, она непростая, но основные показатели позволяют охарактеризовать ее как достаточно стабильную для нас. Экономический потенциал района сегодня составляют предприятия промышленности, строительства и транспортной сферы, чьи товары и услуги по-прежнему востребованы на рынке. В большинстве отраслей сохраняется положительная динамика. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за последние два года значительно вырос по сравнению с предыдущими годами.
В прошлом году крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму более 230 миллиардов рублей. Во многом это обусловлено вводом в эксплуатацию в 2013 году новых предприятий. «Новотек-услуга» второго по объему добычи производителя природного газа в Российской Федерации и «Сибурпортэнерго» терминала по перегрузке сжиженного газа. Благодаря развитию морского торгового порта «Услуга» увеличивается доля транспортной отрасли. Грузооборот порта вырос на 16% и составил 88 миллионов тонн. Вместе с тем отмечена тенденция спада производства, например, изделий из стекла на Кингисеппском стекольном заводе. Причина – снижение покупательского спроса. Из-за уменьшения продаж легковых автомобилей почти в половину сократились объемы реализации на производстве дисков для колес по МВ «Кингисепп». В отрасли производства химических удобрений снижаются цены на продукцию, отгружаемую на экспорт. Что также сказывается на финансово-экономическом положении одного из ведущих предприятий района «Фосфорит». При этом на крупных и средних предприятиях района сохраняются стабильные социально-трудовые отношения. Открылось 90 новых предприятий за это время. Средняя заработная плата в районе увеличилась на 7% к уровню предыдущего года и составила 44 тысячи рублей. Внимание уделялось вопросу трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В 2015 году для них было создано 22 рабочих места. Прошедший год был для нашего района непривычно спокойным в инвестиционной сфере. Крупнейшие инвестиционные проекты завершены в 2014 году, а большая часть новых сейчас находится на стадии проектирования. Поэтому объем инвестиций в 2015 году составил минимальный с 2010 года уровень – около 7 миллиардов рублей. В прошлом году в морском порту «Услуга» начал работать участок терминала по перевалке удобрений группы «Фосагро». В промзоне «Фосфорита» подготовлена площадка для строительства аммиачного производства, которое станет одним из крупнейших в России. Там же ведется строительство в первую очередь небольшого нефтеперерабатывающего завода. В рамках импортозамещения проектируется индустриальный парк «Ямбург». Строится и расширяется железная дорога, морские подходные каналы, автомобильные магистрали, что делает наш район привлекательным для новых частных инвесторов не только в порту, но и в других наших промышленных зонах. Сельхозпроизводством в районе заняты более 30 фермерских хозяйств и более 9 тысяч личных подсобных хозяйств. Ежегодно фермеры участвуют в областных программах, продолжая работу по газификации в городе и в районе. В Кингисеппе завершились строительно-монтажные работы газопровода низкого и среднего давления в микрорайоне Южный, второй этап, центральная и восточная его части, на сумму 10 миллионов рублей. Завершается подготовка к вводу в эксплуатацию. В Кингисеппе продолжаются проектно-изыскательские работы и строительство объектов газификации в других микрорайонах. Завершается строительство подводящего газопровода в деревне Котны. Заключен контракт на строительство газопровода к жилым застройкам станции Веймар. В ближайшие перспективы строительство газопровода в деревнях Котельского сельского поселения, проектирование распределительного газопровода в Пустовежском сельском поселении. В Ивангороде построен распределительный газопровод по 10 улицам. Введен в эксплуатацию построенный в 2014 году газопровод низкого давления для газоснабжения частного сектора. Выполнен большой объем работ по организации надежного теплоснабжения и водоснабжения в Кингисеппе, Ивангороде и ряде сельских поселений, населенных пунктов, Акулинского, Пустомежского, Куземкинского, Большелудского, Услужского сельских поселений. Это и капитальные ремонты сетей, и замена участков водопроводов, и новое оборудование. Завершено строительство канализационных очистных сооружений в поселке «Услуга». Надеемся, скоро мы введем его в эксплуатацию. В рамках 6-летнего энергосервисного контракта продолжена реализация энергосберегающих мероприятий, результатом которых стала экономия в размере 1,3 миллиона киловатт-часов, что в денежном выражении составляет около 8 миллионов рублей. В 2015 году за счет средств областного дорожного фонда, районного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений выполнены дорожные работы на общую сумму около 127 миллионов рублей. Ремонтировались автомобильные дороги, дворовые территории и проезды городских и сельских поселений нашего района. Серьезный показатель. Различные меры социальной поддержки получили более 27 тысяч человек. Это 40% населения всего района. Ветераны войны получили адресную материальную помощь. Для людей с ограниченными возможностями в Кингисеппе центр социального обслуживания приобретено оборудование для слабовидящих. В Кингисеппской школе номер 4 установлен пандус. В школе номер 6 расширены дверные проемы и отремонтированы новые туалеты.
В преддверии юбилея Победы была выполнена ревизия состояния всех братских захоронений, мемориалов и памятников на территории нашего района. Проведен ремонт и благоустройство. За счет спонсорских средств установлена новая скульптура советского солдата Роща 50. В этом году Кингисеппский район принимает на своей земле третий этнокультурный фестиваль «Россия. Созвучие культур». Это очень ответственное мероприятие, которое правительство Ленинградской области доверило провести нам в Кингисеппе. Для молодежи проведено множество интересных мероприятий по патриотическому, культурно-спортивному, образовательно-досуговому направлениям. В сфере физической культуры и спорта с удовольствием отмечаем устойчивую тенденцию повышения численности занимающихся. У нас стало около 18 тысяч человек. Это понятно. Появилась ледовая арена, где открылись отдельные отделения фигурного катания. Резко выросла популярность хоккея, в том числе среди любителей. Успешно продолжают работать 6 федераций, 2 спортивных клуба и 9 школьных спортивных клубов. В прошлом году существенно увеличилось число завоеванных нашими спортсменами призовых мест. Было привезено в Кингисепп 306 медалей. Это очень много. Начали внедрение комплекса ДТО. Новыми спортивными достижениями нас порадовали футбольный клуб «Фосфорит», юноши-гандболисты, 84 человека вошли в состав сборной Ленинградской области, 4 в сборную России. Многое из начатого ранее предстоит продолжить. У нас есть основания для уверенности в том, что все у нас получится. Консолидированный бюджет района в этом году уже 16-м составит по доходам более 2 миллиардов рублей. Мы продолжим строительство и ремонт учреждений образования, развитие инфраструктуры, газоснабжения, водоснабжения, канализации, от проектирования до строительства. Наши приоритетные на этот год районные объекты: новая школа Пустомерши, Ивангородская школа номер 2, детско-юношеспортивная школа «Юность», дом детского творчества, детский лагерь «Бригантина» и многое еще другое. В Кингисеппе это газификация, инженерная инфраструктура в частном секторе, ремонты дорог и проездов многоквартирным домам. Это продолжение реконструкции ФОКа, ремонт шахматного клуба, приобретение оборудования для ГДК, обследование, из которого невозможно провести ремонт пешеходного моста через Лугу, Заречье и многое другое. При благоприятном стечении обстоятельств и поддержке правительства Ленинградской области мы надеемся получить возможность решить и другие крайне актуальные и важные для района задачи. Строительство детского сада в услуге и нового здания морга в Кингисеппе. Уважаемые кингисеппцы, в рамках доклада невозможно перечислить все, что было сделано, и все проблемы, которые еще остаются. Было названо лишь самое основное и самое главное. И в завершение еще раз я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто помогал реализовать наши проекты. Огромное спасибо правительству Ленинградской области, лично губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко, за понимание и поддержку. Спасибо нашим партнерам из бизнес-сообщества, нашим депутатам, коллегам из администрации поселений, старостам и всем жителям, которые вложили свой труд и душу на благо развития Кингисеппского района. И еще одно. В этом году пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Ленинградской области. И сегодня, когда для каждого из нас очевидно, насколько хрупко существующее в мире равновесие, нам как никогда важно быть единым сплоченным народом, не поддаваться ни на какие провокации. Убедительно прошу вас не оставаться в стороне, когда потребуется ваше личное участие в деле сохранения мира и стабильности в нашем районе, области, стране в целом. Награждение по результатам работы в 2015 году. Кудрявцев Сергей Игоревич, главный редактор газеты «Восточный берег», за многолетний творческий труд, высокий профессионализм. Ее мама, Панеева Наталья Валентиновна.
награждается Макаров Александр Афанасьевич, президент инвестиционно-строительной группы «Роспро». Награду получает бизнес Андрей Викторович, руководитель Министерства председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина и в связи с 65-летием со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ивангородской школы. Общественную деятельность, вклад в воспитание молодежи вручается Пищака Лидии Анатольевне. Район двигается вперед. Я от себя лично, от Законодательного собрания Ленинградской области, хочу выразить прежде всего благодарность старшему поколению, которое создало эту базу, экономическую базу, социальную базу, промышленную базу. Огромное спасибо почетным гражданам. Мы равняемся на вас. Вы для нас пример, как нужно жить. И огромное спасибо всем, кто трудится в бизнесе, в образовании, в социальной сфере, кто трудится на государственных предприятиях, потому что каждый из вас внес лепту в развитие нашего любимого района. Я желаю всем нам здоровья, мира в наше нестабильное время, а нашему району успехов и процветания.